Всем привет! С вами Жанна. Готовлю острые пикантные яйца. Понадобится 3 сваренных крутые яйца, кетчуп или же томатная паста, горчица, майонез и чили перец. И для декора оливки, каперсы, петрушка и паприка. Разрезаю яйца наполовину. Достаю желтки. Протираю. Добавляю майонез. Кетчуп или томатную пасту. Горчицу, перец и тщательно перемешиваем. Перекладываю в кондитерский мешок. И отсаживаю. И украшаю. Отличная закуска для праздничного стола. Острые пикантные яйца готовы. Приятного аппетита!